Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Aladim на цоколь HB3, температура свечения 6000 кельвинов. По стандарту Philips сделаны эти лампы. Поставляются вот такой вот коробочке. Внутри находятся две ксеноновые лампы. В принципе, больше ничего нету. Ксеноновые лампы идут в защитных колпачках пластиковых для того, чтобы они не повредились при транспортировке. Подключаются сугубо на 12 вольт. Так, через вот такой вот разъем. Ну и также давайте колпачок снимем, чтобы он не мешал. К каждой лампе еще подсоединяется блок розжига. К блоку розжига ведут три вот такие вот коннектора. В принципе, блоки розжига могут быть различного типа и стандарта. В данном случае у нас Slim стандарт, небольшой, тоненький блок. Но главное, чтобы они, блоки между собой с лампами подходили по разъему и по мощности. Мощность в данном случае 35-ваттные лампы идут, то есть блок должен быть также 35-ваттным. Так, сейчас мы подсоединим лампу и блок. В принципе, ничего сложного в этом нету. Подсоединяется широкий разъем и два небольших. Разъемы индивидуальные, то есть перепутать будет невозможно. Вот так вот, в принципе, у нас все готово к подключению питания 12 вольт. Что мы сейчас и сделаем. Подсоединим питание. Посмотрим, как она будет у нас работать, лампа. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Но ксеноновые лампы все очень яркие, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно корректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Ну и особенно это касается тех фар, в которых нету линз. То есть правильно выставить светотеневую границу. При покупке на данный комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.